Два дегенерата стоят, блин, на костре, пляски, танцы, и все кончится вот этим. О боже. Начали за здравие, кончили за упокой, как говорится. О, сейчас первый кончит уже, все, и за ним второй последует. Ну и чем все кончится-то? Все это веселье. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Господи боже. Я за это выпью. Да сейчас второй еще кончится. Что произошло с NPC в Quake 4? Краткий пересказ. Самовыпилились. Вот так же. А самое смешное, что тут еще третий есть. Ну, что-то вот. Он как мужик стоит. Весь мокрый. На так ночью. В холодный ветер мокрый стоит. Голый. Он просто поумнее оказался. Немного. Не, он закаленный, тут понимаешь, вот тут ветер, наверное, дует так сильно, а он мокрый, голый стоит. Он закаляется. Сейчас умрет вместе с этим. Мне еще нравится, что мне опыт персонажа дают за такой.